Фестиваль бардовской песни проходит в эти дни в Новосибирске. На него приехали исполнители из разных регионов России и ближнего зарубежья. За кулисами они рассказали, как сочиняют песни. Обычно это бывает какой-то мимолетный образ, который сам себя дальше начинает как бы немножко раскрывать через детали, через слова, которые он пытается воплотиться. И вот в этот момент важно его не отпустить, поймать и раскрутить по полной. Фестиваль «Станция Сибирь» открыли в концертном зале имени Каца. Свободных мест не было. Пожалуй, никогда еще столько известных бардов не выступали одновременно на новосибирской сцене. Но это только пролог фестиваля. В ближайшие 3 дня он продолжится в палаточном городке в парке у моря Обскова. Запланированы мастер-классы, творческие и поэтические площадки, туристические состязания и свободный микрофон, у которого каждый сможет признаться в любви к бардовской песне. Хобби. Это для меня далеко не основная профессия, но это очень хорошее занятие, которым я занимаюсь много, уже десятилетий, однако. Спасибо за то, что смотрите «Новосибирские новости». Если вы хотите оперативно получать информацию, подписывайтесь на наш канал, ссылка внизу. А здесь мы разместили для вас интересное и полезное видео. Приятного просмотра!